Сегодня мы оказались в весьма романтическом месте. Получилось это совершенно случайно. Ну, мы уже решили, что кушать будем где-нибудь в ресторане, это уж было понятно. Но где именно? Мы же переехали на новое место, теперь мы на восточном побережье, и как бы злачные места такие хорошие еще не знали. Муж посмотрел, говорит, ну вон там один есть ресторан при отеле, вон там один ресторан при отеле. Вон там даже три отеля, три ресторана. Ну, в общем, решили, посмотрим. Заходим в один отель, спрашиваем, можно у вас поесть? Да, можно, вы гости, да. С улицы 25 евро на человека. У нас буфет. Я говорю, ой, муж, если мы сейчас пойдем в буфет, мы сейчас с тобой наедимся. Давай так, чтобы можно было заказать. Пусть за эти же деньги, но чтобы это был заказ, одно блюдо и все. И вот идем сюда. Как раз дождь начался, ну, точнее, большие капли такие пошли. Вот, и мы зашли, это тоже отель. Как он называется, Линдес Акватерра, вроде так называется. Вот, и нас сразу предупреждает администратор, ждать придется долго. Ну вот, на самом деле, ждать пришлось долго, только вот блюдо горячее. Она сразу сказала, минут 35, не меньше. А вот мы сначала заказали хлеб поджаристый с сацики. Это быстро принесли. Сок тоже довольно быстро, вот, поэтому нормально. Обстановка очень приятная, романтичная. Тут, конечно, цены совсем не похожи на